Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox! Это симулятор... Стоп! Это было в прошлой серии. Это симулятор пчелы, друзья! Вы пишете столько комментариев. Робзи, давай продолжение. Робзи, давай еще одну серию. Поэтому, ребят, сегодня я для вас приготовил мега-крутую серию просто пушечком. Но вначале, прошу вас, поставьте лайкусик, подпишитесь на канал, если вдруг не подписаны, и обязательно нажмите на колокольчик. А теперь посмотрите на количество денег, которые у меня есть. 17 миллионов, ребят. 17 миллионов меда, которые мы с вами сегодня будем тратить. А также мы задонатим на такую офигенную штуку, которую вы даже себе не представляете. Покупаем вот это яйцо за 700 косарей и открываем себе 8-ю локацию. 8-й мир, друзья. Вот он уже открыт, и мы переходим сразу туда. Это у нас грибной мир или мир грибов. У нас с вами есть уже на переходе 6 легендарных пчел. И посмотрите, в прошлой серии мы с вами донатили вот на это яйцо 1400 робуксов и не выбили ничего интересного, хотя могли выбить здесь и мифическую, и дивайн пчелу, и энчайнтед, но нам выпали легендарки. В этой серии я решил поступить иначе, и я подумал, а что если мы с вами не будем покупать яйцо, а купим с вами x10 меда на 10 минут за 1500 робуксов? Сколько меда мы сможем заработать? Мне кажется, просто огромное количество. Но для этого, ребят, для этого нужно сначала открыть неплохо локацию, чтобы наши пчелы начали уже собирать, потому что если у нас не будет места, где все это собирать, то и пчелы не смогут ничего собрать, потому что нам нужно много меда. Просто миллионы, миллиарды именно вкусненького, плотненького, свеженького, сладенького меда от наших пчелок. И, кстати, знаете что? Многие из вас пишут комментарии, я обращу на это внимание, что вы говорите: Робзи, сними симулятор пчеловода. Давайте тоже с вами договоримся. Если вы хотите, чтобы я снял симулятор пчеловода, вот просто каждый, кто сейчас смотрит это видео, ставит лайкусик, подписывается на канал, но главное — лайк. Давайте, если мы на этом видео соберем, допустим, 50, ну или хотя бы 40 тысяч лайков, то я сделаю серию пчеловода, а дальше уже посмотрим. Именно настоящий симулятор пчеловода, не симулятор пчелы. Но, ребят, все зависит только от вас. Пока что мы с вами болтали. Я уже открыл довольно-таки небольшую, ну, или большую территорию. Здесь какие-то неоновые странные цветочки. Мы с вами их пока что не собираем. Ну, я собираю. Воу, эпическое яйцо, так. Мифическая пчела! Ха-ха-ха, ребята! Просто офигеть! У нас теперь есть первая мифическая пчела. За донат я ее не выбил, но смог выбить из обычного яйца, вы понимаете? Это просто супер! Ума сойти. Я реально не ожидал. Я реально сейчас не ожидал, что произойдет выпадение мифика. Просто, подождите, если я хочу купить себе за донат... Да, это круче, чем лего. За 1400 робуксов 24%, что выпадет эта пчела. Просто жесть. Просто с ума сойти, ребята. Мы с вами будем сейчас самыми богатыми просто пчелами в мире. Самыми медоносными, самыми богатейшими. Так, у нас есть сюрприз — яйцо. Выпадает оттуда 74 тысячи меда. Ну, ни много, ни мало, но выпадает. Так, смотрите, мы сейчас должны открыть вот эту всю локацию. Открыть все эти яйца. Блин, офигеть, посмотрите на эту пчелку. Она реально очень крутая. Она мега крутая. О, еще одно сюрприз — яйцо. Так, я получаю 44 тысячи меда, спасибо. Эпическое яйцо еще, ну... А-а-а, легендарочка, офигеть, мы уже выбили лего, то есть начало серии, мы уже с вами выбили лего, мы уже с вами выбили эпическую, ой, боже мой, эпическую, мифическую пчелу, просто офигеть, это просто сойти с ума, ребят, серьезно. Так, сколько я ячеек уже открыл? Ну, мне кажется, уже неплохо, кстати, я открыл, но вряд ли я смогу пройти полностью эту локацию. Давайте мы дооткрываем вот эти вот последние соты, которые здесь остались. Они дешевые, они всего лишь по 7 тысяч. У нас с вами было в начале серии 17 миллионов. У нас с вами в запасе еще практически 15 лямов, потому что, о, рарное яичко выпадает, что? Эпическая пчела. Ну, эпическая — это не лего. Это не мифик, это всего лишь эпик. Давайте мы с вами откроем дальше все-таки. Может быть, до конца? Может, у меня хватит денег открыть до конца? Просто проверим. Давайте дойдем вот сюда. 200 тысяч за одну ячейку? Фу, ребята! Я что-то чувствую, что у нас не хватит деньжат открыть до конца. Так, камоновское яйцо, ребят. Камоновское яйцо 300 с чем-то тысяч. Просто жесть. Обычное яичко 300 с чем-то тысяч. 20 тысяч пыльцы с цветочка. 17 тысяч пыльцы. Колоссальные суммы. Просто не
невероятные суммы мы с вами зарабатываем здесь. Так, давай. Смотрите, дошли вот до сюда. 400 тысяч за соту? Вы серьезно? Вы где такие цены взяли? Алло, это что за золотой мед мы с вами должны производить, что 400 тысяч стоит одна сота? 730 тысяч яйцо. 26 тысяч пыльцы с цветочка. Ребят, 10 миллионов. 10 лямчиков у нас с вами остается, но я чувствую, что они сейчас просто испарятся в секунду. Почему? Потому что мы с вами сейчас докупим соты, мы сделаем деньги в ноль и посмотрим, сколько мы будем зарабатывать, когда сделаем себе мед X10. Мне просто реально интересно. Так, давайте открываем. Остается 9 миллионов просто. О, рарное яйцо за миллион. Миллион выпадает рарная пчела. Кто бы сомневался. Так, 25 тысяч. Так, подожди, открываем. Просто цены. Невероятные у нас деньги просто. Вы посмотрите на мои деньги. На количество они просто в секунду они реально не исчезают. Они испаряются, ребят. Так, последний кусочек метка. Открываем еще две ячейки. Блин, или хватит дойти до конца. Подожди, проверяем. Давай. Сразу две ячейки. Офигеть, ребята. Давай. Миллион 14. Не хватило, просто в ноль. Теперь залетаем вот сюда и покупаем за 1500 робуксов X10 меда. Ребята, я купил X10 мультиплеер. Я не знаю, где он отображается, но посмотрите на мои деньги. 1 095 000. Посмотрите, как быстро сейчас будет наполняться. Так, давайте последнюю ячейку сами забираем. 2 79, 3 30. Вы посмотрите на эту скорость денежную. Просто офигеть. Просто очуметь. Ребята, мы с вами открываем еще одну, походу, локацию. У нас сейчас с вами 8-я. Это не предел. Мы с вами давайте сейчас откроем камоновское яйцо за 1 000 000 с чем-то, неважно. Давайте откроем вот эту вот клеточку за 1 300 000. И 1,7 миллиона, ребят. 1,7 ляма уже, смотрите, сейчас буду открывать. Это следующая, 9-я локация. Мы с вами за эту серию буквально за 5 минут прошли полностью локацию. Открыли еще одну локацию. Телепорт открыли. Моя задача полностью открыть вот эти все яички. Давай. Так, рарная. Я просто на этой территории не все открыл, ребят. Не все. А теперь еще камоновская. Может быть, еще одна мифическая выскочит? Просто с камоновского яйца. Обычная. Так, камоновское яйцо за 59 тысяч. Давай. Может быть, легендарочка. Да все, хватит толкаться. Мои пчелы меня толкают. Вообще офигели в край, ребята. Так, рарная. Ну, рарная. Здесь ничего интересного. И еще одна камоновская. Ребята, пропустил яичко. Пропустил яичко. Вы посмотрите, 169 тысяч забираем. У меня деньги копятся колоссальной скоростью. Просто с колоссальной скоростью. Здесь мы все получается. Всю территорию полностью открыли. Мы сейчас можем сдать, в принципе, тот мед, который у меня есть. Либо подождать несколько секунд, и у нас с вами будет уже 10 миллионов. Для чего нам нужно 10 миллионов? Для того, чтобы мы перешли в новую локацию, и там у нас уже были бабосики. Вы посмотрите, 11,7 миллиона, 12. Просто по миллиону в секунду прилетает. Просто по миллиону в секунду, ребят. Колоссальные бабосики. Мы с вами что делаем? Мы сейчас с вами залетаем в новую локацию. Это мир океанский. Бриз, 9-я локация, и здесь у нас все будет закрыто, но мы быстренько, чтобы пчелы уже зарабатывали, идем открывать локации, камоновское яйцо, больше пчел, больше меда, так, давай, это у нас океаническая локация, наверное, должно быть интересно, давай, больше сот максимально быстро, мне нужно сразу по 2, по 3 сотки как-то открывать, чтобы пчелочки мои работали, да, мои хорошие, они, видите, смотрите, толпой нападают на одно место, то есть на одно, как бы, на один цветочек, им не хватает место для фарма. Моя задача сейчас открыть как можно скорее, чтобы мои миллиончики приумножались, потому что X10 всего лишь на 10 минут. И я на это потратил, понимаете, 1500 робуксов, чтобы понимали. Это много. Это реально много. Так, давайте это вскрываем. Интересно, мы пройдем сегодня до конца еще хотя бы одну локацию? Откроем ли мы с вами 10-й мир? Мне кажется, успеем. Мне кажется, с таким... Вы посмотрите, у меня... О, подожди, сюрприз, яйцо открываем. Так... 600 тысяч пыльцы? Нормально. Вы посмотрите, открытие пошло. Давайте мы с вами сделаем что? Дойдем до середины. Вот, это ровно середина улья. Мы с вами сейчас вот так серединочку пройдем и пойдем открывать дальше. По кругу, просто по кругу. Так, камоновское яйцо. Пофиг, откроем тоже. Это обычная пчела, тут ничего такого. Я хочу найти, знаете что? Я хочу найти легендарное яйцо и оттуда выбить что-то просто сумасшедшее. И, кстати, ребят, да, чем больше лайков на этих сериях, чем чаще будет появляться этот режим. Потому что это уже третья серия. Я всегда как? Снимаю первую серию, если вам нравится, то я делаю продолжение, я запариваюсь, фармлю, вкладываю деньги, доначу, ребят. В общем, контент просто пушечный.
слегка, ребят. Так, смотри, открываем вот здесь. Прошли. То есть мы дальше половины прошли. Теперь нужно по кругу все это открыть. Камоновское яйцо. Давай, 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 давай. Камоновская пчела. Ничего, ничего сверхъестественно. Давайте откроем дорогой. Вы посмотрите, я трачу мед, а он не тратится, ребята. Он просто не тратится. Помимо этого, у меня еще и пыльца копится, чтобы понимали. То есть, не... так, давайте яичко сами зафармим. Так, это камоновское. Может, давайте яйца соберем? Это все равно камоновские. Здесь вряд ли, чтобы будет эпическое с камоновского. Хорошо. 292 тысячи у меня пыльцы выпало. Здесь у нас камоновская пчела. И центральные соты нужно открывать. 17 миллионов! Я трачу, а они не тратятся. 35 тысяч пыльцы. Вот, слушайте, с бафом на X10 мне очень нравится играть, серьезно. Прям игра пошла новым, знаете, прям новая жизнь вдохнулась. Так, давай еще пчелочка. Чем больше пчел, тем больше мы зарабатываем. Кстати, с такими деньгами, мне кажется, можно и плеер сколость, и это апгрейдить, и вот это. В принципе, небольшие апгрейдики сдали, потратили кучу денег, а они у нас не потратились. Давайте мы еще с вами потратим на апгрейды. Апгрейдим наших пчелок вот так вот. Оставим 17 миллионов, поехали дальше. Поехали дальше. Так, смотри, эти соты мы открыли. Следующие 100 соты стоят уже по 160 и по 224 тысячи. Это дорого. Это правда дорого. Еще одно. 38 тысяч пыльцы, видали, залить. Просто залить. Я коснулся, оно залетело. Давай, давай, давай. 224 тысячи. Следующие по 315. Мне интересно, когда будут по миллиону? Как скоро будут соты по миллиону? Вот, по 623 тысячи. Но 623 тысячи. 877. О-о-о, вот это уже цена. Камоновское яйцо, дорогое. Ребят, мы открываем просто не то, что проходим локацию. Мы ее пролетаем. Чем больше я открываю, тем становится дороже. Тем больше трачу меда. Но чем больше я открываю, тем больше мои пчелы зарабатывают, и тем больше меда у меня становится. Понимаете, тут просто какой-то замкнутый круг. Мне кажется, я эту локацию уже прошел. О, эпическое яйцо. Ребята, эпическое яйцо за 2,5 миллиона. Так, 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 так. А, эпическая пчела. Ну, хотя бы легендарочку бы дали. Ну, что вы пожлобились-то так очень сильно? Жалко, что ли, легендарку было дать? Ладно. 22 миллиона, ребят. Камоновское яйцо, камоновская пчела. Еще одно камоновское яйцо за 68. Фух, еще одно камоновское яйцо за 1,5 миллиона. И снова камоновская пчела. Ребят, ячейки по 800 тысяч. По 800, следующий 1 230 000. Как вам такое? Мне кажется, Илон Маск просто сейчас был бы в шоке. Ребят, 56 тысяч пыльцы. Понимаете, настоящие пчелы. О, сюрприз, яйцо за 700к. Интересно, что здесь внутри? 3,7 миллиона пыльцы. Именно пыльцы, ребят, не пыльцы, не думайте, я ошибся. Я специально сказал. Ну что, открываем по 1,2 миллиона? Открываем, хорошо. Еще по 1,2 миллиона, дальше по 1,7. Открываем, так, 38 тысяч, 46. Давай, по 1,7 просто, хопочки. Хорошо, давай, 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 сразу вот этот цветочек забираем. 64 тысячи пыльцы, ну что, 22 сразу ячейки, давай. Просто раз, а блин, залагала ячейка, не получилось, две сразу. 3,43, рарное яйцо, ребят, нужно открыть. За 5 миллионов, 5 лямов яичко. Хорош, ну и что, новая локация, 3,6 миллиона, открываем сами ее. И у нас уже 10-я лока. Мы с вами сегодня прошли 8-ю, 9-ю и 10-ю. Просто до скорости света. Я думаю, что нам нужно, знаете, что сделать? Собрать пару цветочков, чтобы у нас было 7,5 миллионов пыльцы, 10 миллионов денег. Я думаю, либо здесь постоять покопить, но это будет не то. Не нужно копить, нужно сразу перелетать в новую локацию и просто, ребята, fast food fiesta, ребята, 10-й мир. Посмотрим, что здесь. И опять же, начальная задача всегда главной пчелы этого улья, а это я, главная пчела улья, открыть как... Ууу, эпическая пчела выпала, хорош. Открыть как можно больше ячеек, чтобы мои пчелы уже пошли фармить. Пофиг на эти яйца, потом пооткрываем. Главное сейчас цветы. Главное цветы, потому что мы в новой локации. Заработок не такой уж и большой, а нам нужно зарабатывать. О, блин, у нас картошечка фри. Картошечка фри нарисовалась. Так, доходим, давайте мы с вами куда? Да, блин, милкшейк. Зачем мне милкшейк? Дайте мне больше цветов, капец. Бесполезные эти штуки нам строят здесь. Так, давай, давай, 15 лямов, пипец. Мы заходили, было 10 лямов, уже 15. Пчелы, вы что там, вы кого фармите? Вы что вообще здесь фармите? Как это возможно фармить там, где, в принципе, нет у нас еще нормального количества цветов, но они уже умудряются зарабатывать больше, чем я могу тратить.
Фух, вот это, конечно, мои пчелы. У меня уже лагает просто улей. Просто залагал ульевский мой. Давай, давай. По 500 тысяч ячеек. А как вам такое? Давайте мы реально пройдемся по вот этому уровню. Откроем все ячейки по 476 тысяч. Слушайте, в этой локации, мне кажется, слишком много вот этих бесполезных ячеек. Спицы с какими-то штуками. Давайте, во, рарное яичко. Потому что пчелы нужны. Уже ячейка у нас открыта достаточно. Камоновское яйцо 925 тысяч. Камоновское яйцо, камоновская пчела. Давай, давай, давай. Мы, кстати, прошли дальше середины. Причем дальше на 4 ячейки. Дальше середины сразу ворвались. То есть не церемонясь. Просто врываемся по жесткому на новую локацию. Не то, что, знаете, начиная потихоньку по 1-2 ячейки. Сразу открываем много. Много, вкусно. Вкусно, почему? Потому что мед. Так, давай, 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 давай. Давайте по краешку пройдем. Так, сюрприз яйцо потом откроем. В следующий раз, на обратном пути. Сейчас, сейчас ячейки, потому что нам нужно дойти вот до этого. О, эпическое яйцо, эпическое яичко нам нужно, очень, очень нужно. Так, камоновское, камоновское такое себе. Так, здесь два камоновских яйца. Давайте мы уже по пути откроем все яйца, потому что, ну слушайте, камоновское яйцо, эпическая пчела. Хорошо, хорошо начало. Хорошо начинаем, давайте, камоновское яйцо, что? Камоновское, эпическое яйцо, давай, 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 давай. Эпическая пчела, ну давай, сюрприз, сюрприз, не подведи. Веди меня. Что мне выдаст? Мед или... Давайте. Я думаю... У меня 26 миллионов! Что? Вы посмотрите на количество денег. Что это такое? Как это такое может быть? А что если мы сейчас сами эти ячейки, которые вначале трогать не будем, потому что на них тратится, ну, слишком мало денег, а мы потратим все наши 24 миллиона. Но перед тем, как я их потрачу, я хочу кое-что сделать. Я хочу зайти в апгрейды и прокачать своих пчелок. Вот, вот. И вот эту штуковину еще. Вот, ребят, мы потратили очень много, ребят, очень. У нас осталось 12 миллионов, было только что 20 с чем-то. Оу, лего, ха-ха, лего вылетело только что. Так, я хочу потратить деньги, чтобы, я не чтобы они не успевали зарабатывать. А то слишком как-то просто. Посмотрите, 6 миллионов остается. Давай, 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 остается 5 миллионов. Давай, давай, сюрприз, яйцо за миллион. И 4,5 миллиона пыльцы. Мы сейчас еще пыльцу обменяем. Это будет пипец, там пыльцы столько насобралось у меня. Так, стоп, 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 картошка. Картошка мне не нужна. Так, смотрите, 124 тысячи всего лишь у нас осталось, ребят. Уже 380, посмотрим. Может быть, кстати, X10 закончилось? У меня такое ощущение, что у меня X10 баф закончился, реально. Вы посмотрите, у меня деньги стали. У меня раньше до этого собиралось прям по миллиону в секунду. Сейчас все, халява, халява закончилась. То есть мы, а где посмотреть? Подожди, buy egg, X10 мед. Я не знаю, ребят, если вы знаете, где это пишется, напишите, потому что я почему-то не нашел, где пишется, сколько у меня осталось еще и бафа. Ну да, сейчас я, нет, я уже вижу по деньгам, что 10 минут прошло. То есть мы с вами фармим больше 10 минут на невероятных каких-то просто скоростях. Так, давайте, у нас есть 15 миллионов, в принципе, пыльцы, которые мы сейчас с вами обменяем. Мы вовремя как бы нафармили, вовремя пробафали наш улей, пробафали наших пчелок, у нас все окей. Давайте забираем еще две ячейки, вот эти все-таки откроем вот это место. И посмотрите, практически локацию уже подоткрыли. Капец, мои пчелы быстрые. Она просто меня спихнула чуть ли не в начало локации. Так, подожди, камоновское яйцо 240 тысяч. Давай, 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 давай. Опачки, ну, не то, что я хотел, но давай. Давайте, давайте пройдемся по яйцам, как говорится. Пройдем и все это дело откроем. Потому что мы пробегали и не все, не все, не все открывали. Так, давайте ячейку за 940 все-таки откроем. Вот, сравняя немножечко, все яйца мы открыли. У нас там есть 15 миллионов пыльцы, и мы, как говорится, поехали сдавать ее вот сюда. Обмен 1.49, то есть мы получим где-то 10 миллионов, 11.7, хорош. И у нас с вами 14 миллионов 700 тысяч пыльцы. X10 бафа уже нет, поэтому, ребят, дойти вон туда, я думаю, что вряд ли мы сможем. Просто хочу посмотреть, сколько будут стоить ячейки. Это стоит ячейка 1.32 миллиона, окей, это терпимо. 1.86 стоит ячейка, окей. 2.61 стоит ячейка. Идем дальше. 3.68. Понимаю, понимаю. Повезло, повезло. 5.18. 5 лямов ячейка. И давайте. Последняя ячейка стоит 7 миллионов 280 тысяч. Причем это ячейка. Это не само яйцо, ребят. Просто с ума сойти. Вот это реально пушечка, ребят. Вот это, конечно, вышло из серии. Мы с вами столько всего открыли. Просто прошли, я не знаю, колоссальное количество локаций. За одну серию, если не ошибаюсь, здесь всего у нас сколько локаций? Здесь 20, сколько? 30 миров? То есть мы с вами прошли только 1/3, ребят, я просто сейчас в шоке.
То есть, если мы с вами хотим пройти этот симулятор полностью, нужно будет еще пипец... Пипец, сколько всего фармить, это просто нереально. Но знаете, что мы сделаем в этой серии обязательно? В этой серии мы обязательно пройдем вот эту локацию. Я не скажу, что мы откроем все вот эти штуки, но мы ее пройдем. Посмотрите, я могу купить за 360 робоксов 19 миллионов, но я пока этого не делаю. Я пока не делаю, потому что мы с вами сейчас 108 тысяч пыльцы с цветка уже в такие количества. Я что-то не обратил внимания, что мы по 100 тысяч получаем. Мы сейчас с вами... обменяю, получается, нашу пыльцу на мед. Посмотрим, сколько у нас получится денег. 9, короче, примерно 10 миллионов у нас с вами меда. Мы с вами купим сейчас последнюю ячейку и посмотрим, сколько будет стоить вот это огромное яйцо, которое позволяет нам переходить в новую локацию. Так, 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 собираем все это дело. Открываем, открываем, открываем. 7,7 миллионов. В принципе, мы справимся с этим и без доната. Ну, для того, чтобы все это дело ускорить, мне нужно будет с моими пчелами. То есть я как... главный пчел на районе. Такой пчела-король или кто. Ну, естественно, пчелиный король. Не королева же, ребятка. В общем, пчелиный король. Моя задача нафармить 7,7 миллиона. Помочь моим пчелам, верным вот этим эпическим, легендарным, мифическим. Даже есть мифическая пчелка одна. Я думаю, что в следующей серии у меня уже будет миг не одна, а много. Я не знаю, может быть 2-3. Может быть какую-то еще крутую найду, ребят, посмотрим. Но сейчас главная задача нафармить 7 миллионов, ребят. 7 миллионов, 7,7 точнее. Да блин, все. 7,2 есть. Пока я долечу до этого яйца, пока я долечу, мои пчелы уже должны проработать стратегию, как нафармить деньги. Все, ребята, все есть. Бабосики, как говорится, пчелки крутятся, бабосики мутятся. И мы с вами открываем еще одну локацию. Я, кстати, стал королем пчел. Опять корона вернулась ко мне. Вот она, какой мир с вами открыли. Просто какой мир мы открыли. Что? Грейвьярд, вы че, серьезно? Это здесь будут всякие скелетики, гробики и все, что с ними связано? Вы серьезно? То есть мы с вами перешли в мир мертвых. Да, реально! Вы смотрите, рука из земли. Это реально мир мертвых. Это получается, что мы собираем мед на цветочках, которые растут на кладбище, что ли, или что? Ну да, это получается мир кладбища. О, но мои пчелы, я так понимаю, работают везде, где угодно. Не беспокоятся ни о чем. Даже кладбище их не беспокоит. Так, давай. О, во, видели надгробие? Реально надгробие. Я сначала думал, что какая-то шутка, но нет. Это реально надгробие. То есть в этой локации мы с вами будем фармить денежки прямо с кладбища. Ладно, друзья, давайте на этом будем закругляться. Очень странная локация, я должен буду ее пройти. Но перед тем, как я пройти, вернусь в прошлую локацию, нафармлю там, допустим, достаточно меда, и мы с вами продолжим. Ребят, на этом заканчиваю. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был, как всегда, Бжробзи. Всем удачи, покедова.